Наталья, приветствую. Потихоньку подключаемся. Так. Давайте ваш микрофон пока проверим. Я вас не... Давайте. О, хорошо слышно, отлично. Хорошо? Да. Угу. Так, очень приятно. Да, я Павел, сейчас остальных подключаю. У нас сегодня в таком тестовом режиме, поэтому совершенно спокойно, никуда не торопимся. Ну, у нас, правда, есть всего 40 минут, это на тест нам дали в этой конференции. А дальше будет видно. Так, ждем остальных участников. Хорошо. Так. Вы в Одессе или в Москве? Мы в Одессе. Одессе, как у нас... у вас погода? Да вот что-то похолодало, где-то 5 градусов, солнце. Угу. Позавчера было, да, 18 уже. Температура. И у нас так же. Так, сейчас остальных подключаем. Отзывается народ-то, да? Все да, сидят на карантине. Конечно, много людей записалось, мы поэтому и хотим сделать, дать побольше информации. Так, консультации. Так. Конференция Zoom. Сейчас ждем остальных. А посмотрите, пожалуйста, вот так хорошо видно, например, картиночку. Так. Да, главное, как можно меньше двигать камерой, чтобы картина не бликовала. Так вот, еще положение. Со стороны окна. О, вот с этой стороны, конечно, лучше будет. Потому что вот если так ставишь, например... Наверное, блик есть, да? Так, с какой? Да, вот так бликует, конечно. Ну, вы смотрите. Лучше, чтобы картины стояли стационарно. Елена увидит, в общем. Угу. Так, вот Елена подключилась. Так. Привет. У нас уже есть один человек. Здравствуйте. Рады видеть. Здравствуйте. Вас немножко тихо слышно, Владимир. Надо будет чуть-чуть громче говорить. Вы хорошо слышу. Нас, да. Знакомая комната. Да, это мастерская Елены. Мастерская, да. Понятно. Вот Елена. А ну, Владимир, скажи мне, Наталью видно на весь экран или нет? Нет.
Да, правой кнопочкой нажимаешь на иконку с вот Натальи. Да, тут у меня выскочило чат. Закрепить видео. Закрепить видео. Нажимаешь, оно появится у вас на весь экран. Да, полноразмерное. Здрасте, здрасте. Сашенька, вы откуда? Нижний Новгород. О! Угу. Вы у нас были? Мы когда-то с вами живьем виделись? Нет, к сожалению, нет. Очень хочется к вам в Грибовку, но вот дождемся лучших времен. Надеюсь, что закончится карантин. Наташенька? Да, слушаю вас. Наташенька, рассказывайте, какие у вас проблемы, показывайте свои работы. Ну, у меня вот работы-то только две. Да, показывайте. Вот, сейчас. Вы только говорите, как там видно, не видно. Видно, и вот эту работу мы, по-моему, видели уже в чате. Вот давайте мы с этой работочки начнем. Да, да. Смотрите, это серьезный у вас натюрморт, так? Да. И он морской у вас, так, судя по всему. Угу. И вот да. Смотрим сначала положительное этой картины. Значит, здесь очень хорошая, большая информация идет о подводном плавании, о моряках, о, у меня сразу на ум, знаете, старый маяк, вот такой вот смотритель маяка. И целевое решение достаточно приятное, да, вот такое, как типа подводное царство морское, можно зацепиться за эту морскую тематику. И в этом направлении. Теперь давайте маленькие пожелания. Вот смотрите, у нас очень положительно идет то, что находится на столе. Это такая книга и трубка. Она может быть как дополнительная. Но два главных героя спорят между собой. Значит, надо было все то же самое, как есть у вас, да, вот так поставить композиционно, но... вот этот вот, Бога, как он называется? Это водолазный шлем. Это шлем водолазный, да. Водолазный шлем. Надо было его немножко вписать в подмалевок, чтобы он не спорил с фонарем. Вот посмотрите, если так вот чуть-чуть прикрыть рукой этот водолазный шлем, вся информация идет идеально, понимаете? И она не открывает блок. Что делает шлем? Шлем, как вам сказать, разговаривает сильно в лоб, вот знаете, как пересказ в лоб, без намека на этого старого моряка, да? А если он был вписан в подмалевок, легко и просто, и еле-еле просматривался, тогда бы он не спорил с фонарем, понимаете? Нам надо решать, кто главный герой, кто второстепенный. А работа неплохая. Еще небольшое пожелание для будущего. Больше воздуха. Сашенька, поняли? Вот когда больше фактуры? Больше воздуха. Воздуха? Прям картины, вокруг предмета. Чтобы можно было зайти туда, вовнутрь, и там немножечко сначала вздохнуть этого всего, а потом уже обратить внимание на главного героя, понимаете? А потом от главного героя уже по чуть-чуть плясать к предметам, которые ему помогают этому главному герою. Сейчас можно как подправить эту работу? Немножко вуальками посадить кобальт-фиолетовый арарат, посадить этот шлем в глубину. Да, Вовочка? Да? Чуть-чуть. Я все-таки думала, что, что шлем, наверное, все-таки главный. Может быть, его выделить как-то? Наташенька, скажите честно, шлем стоял перед вами? Да. Могу показать. Живой шлем, да? Тогда надо решать, тогда надо успокаивать лампу, да? Но лампа стоит ближе, понимаете? Нам лучше чуть-чуть шлем успокоить и сделать его материальным. Его можно так сделать, вуалечками, кобальт-фиолетовый арарат успокоить, а потом... Прямо оно будет немножко макроватое, взять лезвийко и пройтись чуть-чуть по его материальности. Железненькие сделать железненькими, вот как вы у фонаря сделали, да?
То есть что он сделан из пластилина? Надо его сделать материальным и в глубине. А ничего, что он уже лаком я прошла? Ничего страшного. Ничего страшного. Вы знаете наши лезвия, они могут быть сильные. Давайте следующую работку. Это хорошая, с небольшими пожелтениями. Давайте. Наташенька. А вот это вот я как бы переписывала. Видно? Видно, да. Это я вот как бы попыталась на старой картине сделать новую. А, да-да-да, я помню. Что там у нас сзади? Это зеркало или... Нет, это, знаете, это такое блюдо, но я как бы я еще просто набросала. Хорошо. И мне... Вот сюда мне хочется леонардовскую вписать девушку такую. Подожди. Ну, наверное, уже не получится. Остановитесь, Наталочка, остановитесь. Смотрите, все, что у вас здесь написано, очень хорошо информативно. Да? Угу. То есть они все предметы друг с другом дружат. Да? Если вы дернете из какой-то другой оперы, да, допустим, леонардовскую дамочку, она с лимоном ну никак, понимаете? Да. Если вы уже здесь начали чайную церемонию такую лимонную, да, надо и продолжать. Почка, ну там нужен еще предмет, как ты думаешь? Вот здесь вот, мне кажется, что-то... Нужен. Но из рода вот этого чайничка. Мне кажется, из рода этого чайничка и очень тихий, и спокойный. Главная ошибочка, пожелание, это успокоить немножко дно этой вот, как называется... Вот это? Блюдо, нет, дно заднего блюда, вот которое стоит. Вот здесь. Ага. Вот это место, да? Оно красивое, но врубелевское, но оно тянет на передний план. Тогда если вы чуть-чуть его успокоите вуальками, чтобы остались эти пески красивые. Елена, подходит время к концу. Давайте еще пару вопросов коротких. Так, а вот этот чайничек поярче сделать чуть-чуть, тоже шкрябочный. Лезвие. Хорошо. Наталья, пару вопросов к Елене, и будем переходить дальше. Нет, спасибо вам огромное, техника великолепная. Я рисовала вашей, пользуюсь носками и лезвиями. Мы можем познакомиться поближе, Наташенька. Приезжайте в Грибовку. Ждем спасибо, вас. Спасибо. А вы к нам в Нижний. Обязательно. Ну, в Москве, может быть, на нейтральной территории встретимся. Ну, да. Спасибо большое. Ну, молодец, Наташенька. Продолжайте. Наталья, но мы не прощаемся. Вы будьте с нами, посмотрите работы других наших студентов. Можно, да? Как ваша фамилия, Наташенька? Андреева. Отлично. Вот я вас запишу к себе. Как подружку. Наташенька, продолжайте в том же духе. Вы молодец. Спасибо. Дело Спасибо. В том, что у нас очень активно мы будем развивать направление кураторства, поэтому это только мы сейчас, как говорится, пристреливаемся в формате конференции. Ну, индивидуальные консультации, они-то проходят постоянно, а тут мы решили уже вот для всех. Но я смотрю, так у нас, мы запланировали 10 человек, но подключилось пока только двое, странно. Я уже столько раз... А вы знаете, были проблемы с подключением, как-то, ну, не сразу я поняла, как это сделать, и в итоге через Google вошла. Ничего страшного, сейчас вот мы, я думаю, как раз потренируемся. Так, я, Елена, я включаю вам звук микрофона. Наташенька, я выключу вам микрофон. Если нужно будет, у нас есть чат, вы видите. Можете в чате писать, если есть какие-то еще вопросы, пожелания. Хорошо, спасибо огромное. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Елена, приветствую. Мы на связи. Здравствуйте. Здравствуйте, Леночка. Очень приятно. Даже знаете что, я очень волнуюсь, потому что это вот так неожиданно все произошло, что мне даже трудно в это поверить. Я ваша поклонница уже много лет. Город Тверь. Тверь, ага, отлично. А ваша фамилия? Вот. Байкова. Угу. Все, я себе записала. Вот, поэтому у меня, к сожалению, здесь дома, в карантине, работ как таковых много, но все переписаны с вас, то есть с мастер-классов,
А своих работ у меня, они все на даче. Поэтому, к сожалению, так как мы не выездные, пришлось сидеть дома. Вот. Но у меня просто есть три вопроса, которые очень... Вот. Первый вопрос. Очень я заинтересовалась картиной, которую вы писали, только картинкой. В интернете кафе «Либман». Вот да. Меня интересует, как на таких больших площадях, когда копируешь распечатку, ведь не успеешь все, просто оно высыхать начинает. Нужно ли добавлять масло в краску? Отвечаю на вопрос. Первое. Скажите мне, сколько вы действуете как художник? Сколько времени? Очень давно. Я преподаватель в школе преподавала. Да. 20 лет точно. Я поняла. Леночка, смотрите, зачем я спросила? Силы имеете ли вы энергетически, интеллектуально завьючить большой холст? Ну, если имеете силы, то я отвечаю вам на этот вопрос. Смотрите, если у вас большой холст, допустим, 60 на 80, я считаю, что это большой холст, уже не говоря про 1,20 на 1,40, да, допустим, у вас большой холст, вам надо дать много информации там. Начинаем давать информацию с главной интеллектуальной составляющей. Вот, допустим, у вас будет какой-то интерьер, который будет основополагающим, главным в этой картине. Делайте только для него подмалевок. Не надо подмалевок делать на всю 1,20 на 1,40. Делайте подмалевок только для той, допустим, комнаты, которую вы в один день можете протереть, а во второй день прошкрябать. Допустим, сделали, да, комнату, дальше у вас идет два пейзажа, которые по краям этой комнаты, допустим, уходят, да. Вы потом делаете для этих двух пейзажей свой подмалевок, подписываете к первому. Тоже протираете в один день и прошкрябываете. Потом третий подмалевочек, допустим, для неба какого-то углового пространства, делаете третий подмалевочек на третий день, да, протираете, прошкрябываете. И когда у вас вот это заиграет трио первого, второго, третьего дня, вы тогда уже начинаете еще больше прошкрябывать уже по всем, соединяя их между собой и уже писать колонковой кистью. Но помните об одном, что любое действие последующего подмалевка должно быть для первого подмалевка. Да? Если вы начали кобальт-фиолетовый арарат, то с этими же и работайте красочками в следующих подмалевках. Давайте дальше вопрос. Да, вот еще в начале, как бы вот когда только я вас увидела, вы добавляли масло, когда накладывали краски на холст, вы масло добавляли, да, или лак добавляли, а потом перестали. Вот это с чем связано? Масло никогда не добавляем, оно сохнет 3 недели, а только работаем с домарным лаком. А, с лаком, да. Только с домарным, да. Смотрите, Леночка, мы постоянно с Владимиром экспериментируем. У нас вот эти 5 действий, помните, да, подмалевок, протирка, прошкрябка, колонковая кисть, вуалька, они у нас варьируются все время. Если вы когда-то были на территории авторских подмалевков, есть такая территория, секретные подмалевки, о, там столько экспериментов идет, различных накладываний на холст краски, с различными материалами, ножами, тряпками, какими-то сухими травами, какими-то желатинами, какими-то брызганием лака. В общем-то, у нас, вот мы только держимся за эти 5 действий, но мы имеем право на эксперимент. Поэтому мы то
так, то так, то яркие подмалевки. Я вам советую взять курс этих секретных подмалевков, и вы увидите, что их такое количество, но вы имеете право тоже экспериментировать и развивать эти все действия. Даже хорошо будет, если вы найдете подмалевки этим действиям. Наша задача с вами только состоит в том, чтобы после подмалевка не накладывать сразу много краски, а вынимать ее, носок лезвия. А в подмалевке можем действовать как хотим, понимаете? Монохромно, ярко, недописывая, прошкрябывая, делая авторский подмалевок, кусочек только делать подмалевка. Вообще даже только один лак может быть подмалевком. Вы знаете, в общем-то, эксперименты постоянно идут. Угу. А, скажите, пожалуйста, третий вопрос. Каким разбавителем пользуетесь? Вот, или пользуетесь ли? Вот, я имею в виду... Если хотите убить свою поджелудочную железу, будете пользоваться. Ответила? Да, практически. Но все равно разбавлять-то надо краску какую-то? Не надо. Не надо, да? Достаточно уже... Она разбавлена самим маслом. Совершенно не обязательно ее чем-то разбавлять. В тюбике. Нет, бывают масло. Такие, бывают такие краски. Вот, кстати, очень твердая краска, которую вы любите, желтая... Марс желтый прозрачный. Угу, Марс. Он практически, я не знаю, как вот им пользоваться, потому что если его не разбавишь, он... И не красит ничего. Это лессировочная краска, Марс прозрачный желтый, Леночка. Mm-hmm. И его по чуть-чуть выдавливаете. На второй день краска не работает на холсте. Или накрывайте очень хорошо на второй день, очень хорошо, чтобы сохранить вязкость краски, накрывайте палитру кулечком целлофановым, хорошо, понимаете? Так что только домарный лак, если что. Ну, понятно. Марс желтый прозрачный прекрасно протирается носочком зато. Это лессировочная краска. Mm-hmm. И как мы в этом виде, мы его тоже не используем, мы его нейтрализуем кобальтом зеленым, как правило. Да, и вот он там в разных пропорциях с кобальтом зеленым. Вот так работает, если вы работаете носком, а потом лезвием. Mm-hmm. А разбавлять... Ну, мы не пользуемся. Ну, можете лаком чуть-чуть, если вдруг прописку, да, или тоненькой кисточкой что-то нарисовать этим Марсом. По чуть-чуть выдавливайте. Он лессировочный, в нем мало, сейчас вам скажу, вязкого такого. Он почти акварельный, этот Марс. Поэтому он нам нравится. Если возьмете просто обычный Марс, он как замазка, он нам не подходит. У нас же полуакварельная живопись с вами. Ну, покажите хоть одну вашу работку, хоть даже написанную. Покажите. О, барвинок или что? А, я поняла, да. Покажите, Леночка. Ага, покажите мне ее. Ну, очень замечательно. Вы цветовичка, пожеланица. Вот дайте я вам скажу пожелание по вашей работе. Смотрите, вам надо больше конструкции давать. Листу конструктивности. Посмотрите, как вы хорошо книжечки сделали, да? Видно, что профессионально подходите. К листьям и цветам тоже надо конструкцию и немножко пластики гармоничной. Не так, чтобы, знаете, вот так прямо рука торчит, а как-то вот мягенько, да? То есть больше рисовать графическим образом то, что вы делаете. Носком графически, лезвием графически и даже кистью графически. Но пластики больше и конструктивности. Хорошо? А так вы посмотрите, какая вы яркая вообще. Ну, это у наших всех, кстати, студентов очень сильно развито состояние цвет фортиссимо. У вас то же самое. Хорошо, молодец, Леночка, нормально. Спасибо. Когда-то встретимся, приезжайте в Москву, в Грибовку и в Одессу. Постараемся. Хорошо. Есть такое в планах. У вас большая есть возможность красивые картины писать. Больше своих задумывайте.
И если в чем-то сомневаетесь, просто нам с Вовой пишите, мы вам будем отвечать, ну, по телефону. Спасибо. У нас пока никто, видимо, не могут подключиться, люди, поэтому мы можем пока пообщаться на... Сейчас я Наталье включу звук. Uh-huh. Да, можем пообщаться на разные тематики. Ну вот, как правило, видите, у нас вот такое короткое общение при всех его минимальных вопросах и ответах. Это 10 минут, судя по моему секундомеру. Ну да, эмоции захлестывают, поэтому... Да, ну мы из чего рассчитывали? Нам вот эта конференция Zoom дала 40 минут на стартовом тарифе, если, ну, для тестирования. Если нам эта вся система подойдет для развития, для дальнейшего, для конференций, мы, конечно, купим платный тариф и будем пользоваться, но слишком много тут настроек и всяких наворотов, которые пока я еще со всеми не разобрался. Ну, факт в том, что можно до 500 человек собирать вот в такой вот комнатке. И это, конечно, очень интересно. Я думаю, что мы можем из этого извлечь очень хорошие положительные моменты. Может, что-то посоветуешь участникам? Лучше скачать, может быть, приложение? Я вообще советую... Ну, я не знаю. Это надо, чтобы вы сами смотрели, как вам удобнее. Потому что, как мы со своей стороны тестируем вот сейчас, ну, мы через компьютер вещаем. Вы, наверное, через телефон, у Натальи точно через телефон. Через телефон, да. Елена вроде... Ну, я войти смогла только через Google. Может, и народ тоже как бы подсказать. У меня в Google аккаунт, и я вошла вот через... Да, конечно. Регистрация однозначно нужна через... Регистрация Google, была. Через почту. Но это, тут уже момент не то, как ты регистрируешься, а как подключаться. Вот, допустим, у них схема такая в Zoom, что... Они дают адрес конференции, пароль и вот какой-то идентификатор. Они требовали у вас при входе на конференцию вот этот идентификатор или пароль? Вы знаете, несколько раз я пыталась, у меня как-то ничего не получалось. И потом там выбор из трех каких-то позиций, один из которых Google. Вот я нажала туда и как-то через него вошла. Ну, это регистрация, уже... да, это регистрация, да, то есть вы, да, как только зарегистрировались. Хотя я зарегистрировалась на Zoom, и там тоже пароль был. То есть, ну, непонятно, ну, это там тыка. Тестировать, будем смотреть, и я думаю, что будет успех у этого направления, тем более сейчас все находятся в изоляции, на карантине, поэтому... Вот я дополнительно еще буду делать смс-рассылки, вы можете проверить... Пришла ли смс-ка вам на телефон? Вот тоже интересно. Я делаю короткую ссылку и отправляю ее. Нет, она пока не отправлена почему-то. Ну, то есть будет на почту несколько писем с напоминанием. И... Тоже хорошая работа. Нужно вот этот идентификационный номер отправлять и пароль? Или может хватит только одного адреса для подключения? Я пока не знаю, поэтому если что-то, есть какие-то замечания, подсказывайте. А вообще у нас еще есть 10 минут, можем еще пообщаться. Да, а можно спросить? Работу Лены спрашивайте. Да, есть. Ага. Знаете, вот хотела спросить, недавно рисовала виноград, ну, ваш вот, не знаю, видно? Видно, видно. Ага. Лена, вот хотела спросить, вот блички вот эти, вот не спорят они? Может быть, один стоило какой-то нарисовать яркий, а остальные как-то поглуше? Вот почему-то у меня ощущение гороха такого. Смотрите, Наташенька, блики, они... иногда могут испортить работу, если они не на своем месте стоят. И они могут быть разными бликами. Да? Вот смотрите, в левой верхней части ягодки, в левом верхнем сегменте, они правильно стоят. Да? А потом они начинают прыгать по всей ягодке, и они сбивают
объем. Ведь это верхняя mm-hmm. часть объема, да, этот блячок. Да? Mm-hmm. И вот смотрите, как по мере того, как ягодки уходят в тень, блики должны быть очень маленькие, совсем, совсем, ну, как укол иголочки. А левый верхний сегмент должно mm-hmm. быть, ну, стопроцентно правильно. У вас же один луч идет на эту гроздь, правильно? Да, да, да. В этой грозди то, что вы сделали, приятная гроздь, хорошая. Здесь небольшая, сейчас вам скажу, ошибочка в пластике этих ягодок. Поэтому вы, когда пишете такую гроздь, во-первых, вы должны познакомиться с самой, с самим деревом. И вы всегда должны осознавать, где находится центральная ось вот этого вот, от чего... Ну, центральная mm-hmm. ось дерева, от чего каждая ягодка, ну, питается. Потому что, помните фильм «Три толстяка», да, когда он возлетал над этими шарами, да, вот у нас mm-hmm. получилась mm-hmm. вот группа шаров. Почему? Потому что художник мало осознал соединение с главной вот этой вот деревянной, ну, стволовой территорией, ствол, он иногда должен просвечиваться, и все, извиняюсь за выражение, жопки вот эти должны стремиться к этому стволу, а не сами по себе быть, понимаете? Угу. Вот свет... Ну, надо с натуры надо порисовать, конечно. Конечно. Вот давайте я вам домашнее задание. Купите гроздь, да? И нарисуйте, mm-hmm. и нарисуйте ее, сейчас я вам скажу, каким образом. Сейчас, две секунды, Вовочка, поговори, а я возьму Ларисы Нестеренко гроздь. Она здесь где-то есть. Сейчас, а ну, поговори пока. Я вот интуитивно чувствую, что как-то не очень получилось вроде. Я сейчас я вам покажу, как mm-hmm. Лариса нарисовала гроздь, и вы вот mm-hmm. так нарисуйте домашнее задание. Вот вам видно вот такая гроздь? Смотрите. Сейчас тебе покажу. Ну, да. Да, да. Видите, так, примерно. Вот, не, ближе к камере. Ближе к камере. Да. Ага. Ну, все, видите, поняла, она, да. Она, там не так много ягодок, но она на просвет чувствуется, что к чему подсоединено. Понимаете? Да. Пожалуйста. Но когда вы купите свою гроздь, оторвите у нее большое количество ягодок и оставьте одну треть ягодок. И положите ее. И вы тогда поймете, что там происходит внутри. И больше никогда не сделаете надувные шары. Никогда. Вторая ошибочка небольшая. Мы никогда не разрезаем холст пополам, землей и небом. Надо или земли сделать больше, или неба. В данном случае надо небо сделать больше, потому что это монументальная композиция. А так по цвету замечательно вообще. И очень спасибо. Красивая работа. Можно немножко больше облаков дать. Ну, можно еще даже чуть-чуть дорисовать пластики некоторых, знаете, таких ягодок, которые отщепенцы. Да? Чуть-чуть. Хорошо. А тогда еще можно вопрос? Конечно. Вот еще вот не так давно я нарисовала. Давайте покажите. Так, видно? Да, да. Это работа по мастер-классу. И давайте я вам сразу говорю, несмотря на то, что вы сделали ее по правилам, здесь есть немножко непростительных ошибок. Мы всегда, когда заканчиваем работу, отходим от нее и несколько непростительных ошибок исправляем. Очень важно, чтобы вы чувствовали, где вы, ну, чуть-чуть ошиблись. Художник имеет право на ошибку, но не на такую серьезную, которая... Вот это овал? Ну, овалы, это понятно. Но первая ошибка, которая бросилась в глаза, это гагаузки возлетели. Они не стоят на столе.
Ну, вот эти грибочки, да? Ну, поняли, ага. Они взлетели, и они впендюрились в эту стену. Потому что надо обязательно начинать рисовать с основания. Вот они должны стоять на столе. Значит, чуть-чуть подправьте. Я не говорю сильно там брать и что-то, ну, как вам сказать, переписывать. Чуть-чуть, сантиметр. Возьмите, опустите их на пол. Причем сначала одну поставьте, а потом вторую сзади нее. Иначе у вас будет одна влепилась в другую. Вот там чуть-чуть по рисунку. Второе. Не надо такую делать вырезанную падающую тень на стене. Немножко расплавьте. Вот это? Вот это? Тушина, да. Расплавьте. Чуть-чуть расплавьте. Замечательно. А вот она уже высохла. Можно это сделать? О, конечно. Да? Высохла, значит, охра светлая и охра золотистая с кобальтом зеленым. Промокните немножко край и все. Краешку. Да. Ага. Промокните парочку мазочков. Смотрите, еще предполагается немного продвинуть физалис, чтобы нельзя было разрезать пополам. Здесь много информации, там мало. Продвиньте чуть-чуть физалис правее. Ну и, конечно же, у кувшинов надо сделать овалы. Они у вас есть, но надо еще больше обозначить, чтобы они не были как надувные шарики, понимаете? А физалис замечательный, по цвету вы умничка, бумажка замечательная, вот стол хороший. Здесь 90% отличной работы, красивой. Чуть-чуть кое-где подправить и все. Но мне надо, чтобы вы сами видели, что подправить. Пока не видите, звоните нам, пишите нам, мы вам будем подсказывать. Очень цельный сувер. Спасибо огромное. Вот спасибо. Ирина подключилась. Ирина, вы нас слышите? А. Ирина? Или вы просто нас послушать подключились? Да, сейчас, Леночка, говорите вы, да, потому что... Да, вот еще интересный такой момент. После того, когда мы протерли носком и накладываем пастоз, образуется так называемая разница. Значит, вот эта часть картины протертая, она вся матовая. На наложение пастоза она начинает блестеть. Вот как это исправить? Что-то надо это исправлять? Да. Леночка, надо. Смотрите, по истечению недели или когда у вас высохнут все краски, потрогайте, положите свою работу плоско, возьмете плоскую кисточку и вскроете лаком один раз всю работу. Тогда ваша работа приобретет однообразный одинаковый блеск. Да? Вы же понимаете, что некоторые краски впитываются больше, некоторые бликуют. А так, когда вы скроете лаком, работа будет защищена, и она будет, как вам сказать, одинаково, примерно одинаково бликовать. Да? Вот один раз, ну, в крайнем случае, если там сильно большое утягивание идет краски внутрь холста, в крайнем случае два раза. Не злоупотребляйте лаком, потому что он потом, когда высыхает, он чуть-чуть придает вуальку желтизны. Я на старых работах часто злоупотребляла, это было плохо. Только один или два раза. Я смотрю, туфельки у вас. Но давайте скажу. Леночка, больше себе говорите слово прямоугольник и конструктивность. Пожалуйста, потому что пока я их хочу съесть, эти туфельки, они очень съедобные. А если бы рубить конструкцию, я думаю, что вам надо немного взять Вовиных каких-нибудь архитектурных уроков, чтобы вы поняли, что каждый предмет в своей цветотеневой градации должен быть простыми прямоугольниками, треугольниками, квадратами.
туфелькам не верю по конструкции. По цвету и по тону замечательно. Но скажите себе слово. Прямоугольник, хорошо? Спасибо. Но вопрос есть? Вовиных работ у меня тоже несколько, но, к сожалению, не здесь. Подождите, ну, хорошо. Что с часами? Вот, а ну, покажите мне ее. Вот видите, как вы хорошо взяли вот эту кофемолку. Вот кофемолочка. 100% архитектура. Здесь с углами все в порядке. А чего туфельки не архитектура? А, Линус? Не знаю. Даже лицо человека должно быть архитектура, понимаете? Тогда больше верим. Мы когда видим какой-то предмет вот такой вот, знаете, круглый и амебообразный, мы ему не верим и даже убегаем от него. А мы когда видим четкий прямоугольник, четкий квадрат, четкий ромб, мы готовы этот предмет, ну, вот так обнять и держать возле себя, потому что, ну, мы верим простой геометрической форме. Понятно. Смотрите, хорошая какая. Ну, вот немножко с овальчиками, да, поработайте. Да. Мы в курсе, что у нас постоянно глаз косит. Ничего, ничего. Но знаете как? Иногда можно перевернуть. Вот переворачивайте работу, поставьте ее вот так. Полностью переверните. Вот. Вы когда перевернули, вы увидите свои ошибочки в овальчиках. Правильно? Так. Лена, еще скажите, пожалуйста, а светлые подмалевки у вас есть? Ну, конечно. И чем они делаются? Светлые подмалевки там просто идет, ну, сейчас покажу хоть какую-то работу, ну, сзади меня там есть. Светлые подмалевки мы делаем тогда, когда мы пишем на воздухе работы, да, морское пространство, пространство сада, освещенного солнцем, пространство, допустим, воздуха какого-то, где что-то происходит, да. А почему мы делаем темные подмалевки? Потому что мы хотим, как голландцы, так с вами, вынуть из темного светлое. Оно больше эффекта дает. Но если вы хотите сделать светлый подмалевок, просто больше белил туда и все. Смотрите, можно я вставлю свои 5 копеек, как говорят? Многие... Во-первых, у нас уже 40 минут закончилось, на что хорошо. Написал мне Zoom, подарок от компании Zoom, мы вам ограничения снимаем. То есть даже не переходя на какой-то дорогой тариф, они нам продлили общение, как раз будет нам возможность немножко больше поговорить, потому что я вижу, у нас подключаются люди либо без микрофона, либо без камеры. Ну вот сейчас мы... Наталья и Виктория. Ну, я так понимаю, что здесь больше технический момент с подключением, так как не все еще к этому готовы. Я думаю, мы это быстро победим. Наталья, вы слышите нас? Наталья Мамакова. И Виктория Кушнир. Так. И Ирина. Нет, вот видите, как получается. Ну, как бы продолжаем общаться. Елена может пока рассказать ее грандиозные планы, например, по поводу ближайших онлайн-мероприятий, которые будут. Расскажи, какой вы проект готовите на апрель и какой вы проект готовите на май? Смотри, сначала можно я вот этим девушкам моим скажу, что им надо сделать сейчас? Вот я сейчас скажу, а потом быстренько расскажу проект. Смотрите, девушки, у меня Леночка и Натали. Смотрите, возьмите, пожалуйста, на листике себе напишите все-таки вашу основную задачу. Кем вы хотите стать? Что вы хотите в итоге? Допустим, давайте я вам дам 3 года. Через 3 года вы кто? Да, вот напишите себе. И можете нам с Вовой прислать, так?
Вы кто? Вы профессиональный художник, вы человек, который продает свои работы, вы сделали выставку где-то в Париже или в Милане, вы человек, который движется от одной картины к другой, в интересной жизни, к вам стоит очередь из коллекционеров и так далее. Вы напишите, умение важно, потому что вы с нами, как с учителями, сейчас находитесь на старте. А в итоге, кто вы? Да, вот напишите себе. И потом в этом листике сначала главное, да, пишите, кто вы через 3 года. И потом на листике теперь пошагово, что надо сделать для того, чтобы таким стать. Допустим, утром делать зарядку, да, получасовую. Или какую-то медитацию делать. Или купить какой-то урок, который вам пазла не достает в знании, да? Или, допустим, порисовать с натуры дерево. То есть вы потом движетесь, но у вас светит ваше желание, да? Кто вы через 3 года? И смотрите, если вы будете знать, кто вы через 3 года, вы спокойненько можете как шахматную фигуру себя двигать к этой, ну, большой цели, да? Сделайте это. Если вам трудно это, пишите нам с Вовой. Вот мы уже записали, вы кто? Пишите нам с Вовой, ну куда, да, телефон и в личку Вайбер, мы вам подскажем что-то. Вот, и, конечно же, надо нам с вами живьем встретиться. Я буду очень счастлива вас видеть и обнять. А вот у нас Наталья Мамакова подключилась. Вас слышно? Скажите нам что-нибудь. Да, слышно. О, Наташенька, вот есть Елена, есть Владимир, есть Павел, есть наши другие студенты. Расскажите о себе, откуда вы, какие у вас вопросы есть к нашим экспертам, например. Наташенька, здравствуйте. Вы откуда? Всем здравствуйте. Я живу в Ангарске, Иркутской области. Ух ты! Это Байкал. Самое ближайшее, красивейшее место – это Байкал. А какое энергетическое, да? Да, да, мы только что вернулись, так сказать, перед объявлением карантина с берегов Байкала с йоги-тур. Да, мы практиковались, смотрели на красоты. А? Как ваша фамилия, извините? Мамакова, правильно. Мамакова. Я записала. Вопросы ваши к нам. Да, пока у меня нет таких вопросов глобальных. Я пока выбираю ваши курсы. Вы давно рисуете, Наташенька? Да, я рисую уже как бы давно. Я начинала с акварели, потом пробовала пастель, потом переключилась на что? И вот дошла до ваших курсов случайно. Своих парочку работ покажите нам, чтобы мы с вами познакомились. Покажите вот так вот. Просто мы должны знать, вы кто. Давайте. О, пейзаж монументальный вижу. Видно? Так. Вот оно, озеро Байкал. Прелесть. Так. Хорошо, Наташенька. А нам, мы не видим. Мы посмотрели. Еще что-нибудь покажете? Можно мы не видим, у нас мелко. Да, можно правой кнопочкой мышки нажать на экране, если на компьютере, то есть вот на вот этом, на Натальином окошке, нажать «Закрепить видео», и оно станет на весь экран у вас. Ага, спасибо. Если на телефоне, не знаю, как... О, так вы пейзажистка у нас, Натали. Это красиво, молодец. Вот давайте, вот эта работочка, да, давайте. Скажите, Наташенька, по воображению, да? Вы пишете пейзаж по воображению. Ну, это была фотография такая. Ну, я там, в принципе, изменила все и... Ну, отбирали. Начала, ну, как бы сама уже там и краски. Угу. И я смотрю, эта работа написана довольно-таки пастозной живописью, да? Так много краски. Ну, так, мастихина.
Хорошо, Натали, смотрите, давайте вот по этим двум работам я уже скажу, вы кто. Конечно же, вы, вот я себе даже запишу, конечно же, вы монументальная пейзажистка, да? Вы согласны, что вы разговариваете с человечеством методом пейзажа? Такого? Ну, да. Простого? Как бы. Но аж моя, как это сказать, моя проблема на пленэре. Ну, в смысле, я выезжая на пленэр, я с ужасом понимаю, что я ничего не умею. Так мы все так знаем, что мы каждый ничего не умеем. Наташенька, можно маленький совет дам по пленэру? Сейчас я вам покажу этот совет. Значит, возьмете А4 бумагу и вырежете в нем окошечко вот такое. Посмотрите, да? Вырежете окошечко. Вам тогда будет легче об этот пейзаж, ну, как бы перенести к себе. Понимаете? Вам надо то, что вы будете рисовать, да, на пленэре, отделить от всего остального. Это самая простая штучка. Второе. Блокнот маленький. Смотрите, видите, блокнот маленький и карандашик. И вот вы, допустим, пришли на территорию пейзажа, который вас захватил и вам нравится. Зарисуйте его детским рисунком, да? Где будет идти? Вот. Где будет идти горная территория? Где будут идти реки? Да? Где будет идти озеро, где будут идти деревья, зарисуйте вот таким вот маленькую схемочку. И, конечно же, возьмите, пожалуйста, Питера Брейгер вот так, и скажите, это мой учитель, Питер Брейгер. Можете Ван Гога взять немножко, тоже пейзажи, тоже сделать его своим учителем. Хорошо? Да, а вот даже я его «Лунную ночь» пыталась скопировать. С Ван Гогом у меня есть книги, письма Ван Гога. Я одно время прямо им зачитывалась, захлебывалась. Попробуйте действовать как Ван Гог, выстраивать разные композиционные схемы из пейзажа. То есть то вид сверху, да, допустим, на какие-то виноградники, то вид спереди на какие-то горные территории. Что, ну, вы поняли, да? Пробуйте по-разному действовать. Или вы птица, подлетели, сверху смотрите на пейзаж. Или вы лежите на земле и смотрите горизонтом на пейзаж. Вот, и что-то хочешь сказать Наталье о ее пейзажном? Нет, пейзаж очень хороший. Вот это ваша работа, которую я по вашему мастер-классу сделала. Поднимите выше. Ну, вы ее видели уже. Отлично, вы взяли технику. Пользуйтесь этой техникой, но разговаривайте. Они серые, они белые. Отлично, вы взяли технику послушненько, и эта техника вам поможет в ваших задумках. Но Лена правильно попала в точку, что монументальная живопись. То есть ничего лишнего, а от больших форм идете, это очень хорошо. Это ваш талант. Да, да. Потому что это немножко сложнее, это от природы дано. Вот. Чем, допустим, вырисовывать какие-то мелочи, за которыми иногда теряется главное. Поэтому вот держитесь именно своего природного дара, и будет все хорошо. А технику потихонечку освоите с помощью мастер-классов, вебинаров, уроков. Ну, если вам нравится. Уже много ваши. Я почти каждый день смотрю то, что я уже купила. Вот сейчас смотрела «Гроздья рябины». Где-то смотрела. Еще вопросы у вас есть к нам? Да нет, давайте я других послушаю. Вот Ирина пытается к нам прорваться. Ирина... Да у меня камера не работает. Вас как бы видно, но... Работает камера, мы вас видим частично. Она очень плохо работает. Я хотела вам показать свои работы по вашим урокам. Ирочка, вы откуда, скажите? Я из Эстонии. Из Эстонии. А как вас... Здравствуйте. Вот-вот-вот работает. Да, плохо работает. Наверное, не видно будет. Попробуйте закрепить камеру. О,
Так, ну, плохо видно, все равно плохо. Хотела показать вам работы, которые вот... Да, ну, мы вас не видим. Может, это что-то, видно, да? Что-то в настройках может быть? Ну, вот не видно, жалко, хотела спросить. Там, что-то попало, там пятнышко, может, протереть просто. Да, вот я пытаюсь его протереть, но у меня не получается. Давайте вопросы тогда нам. Хотела спросить, у меня почему-то, вот когда я пользуюсь вашей техникой, почему-то получается... картины. Я вся замазанная, как не знаю, как то. У меня руки замазаны, все замазано. Я никак не могу понять, как это вы делаете так, что в конце получается шедевр. А у меня размазня. Вот смотрите, это сильно... И все восхищаются, и я в том числе. На большой вопрос вы задали. По технике, чтобы не пачкаться, или по технике, чтобы... Нет, по технике, как у вас это удается? У меня все руки, все кругом грязные тряпки эти, все руки грязные. Я не могу понять. Грязные руки и грязные носки. Главное, что... Как у вас получается так, чтобы красиво было? У меня получается темновато. Вот. Ира, вы сколько лет рисуете? Рисую я с 2015 года. У меня муж умер, и после этого мне нужно было в себя прийти. После этого я неожиданно для себя стала писать. Вот. И потихонечку... Вы рисуете 4 года. Так. Это молодец, то, что вы начали делать. Вы пришли внутрь себя и начали исповедоваться методом живописи. Да. А мы рисуем с Вовой 45 лет. Ну, это... Кто рисует, понимаете? Конечно, у меня даже сравнений никаких даже не может в голове даже мыслей таких быть. Просто мне... Так, я восхищаюсь вашими работами всегда. И думаю, как это у вас получается? Давайте, приедьте к нам в Грибовку, и вы начнете рисовать очень быстро и качественно. Ой, хотела показать. Как теперь вам приехать, скажите нам. Да, и как приехать? У нас все закрыто. Доезжайте до Минска, а потом Минск-Одесса. Не, ну, сейчас, конечно, сейчас пока не... Сейчас у нас все перекрыли, ужас. Вся эта история с карантином, конечно... шансов куда-то добраться нету и не нужно. Нам нужно всем это переждать. Для этого мы и организовываем такие конференции, чтобы мы продолжали общаться. Тем более мы написали сейчас классную программу на апрель и на май. Мы ее еще пока не опубликовали по вебинарам. Да? То есть мы будем продолжать вещать. У нас галерея работает в таком закрытом режиме. Да? То есть она у нас как дом, как офис. У нас здесь много помещений. Мы здесь можем позволить себе находиться. Вот, поэтому будем вещать, мы об этом расскажем постепенно, да, естественно, вы будете получать рассылки об этом, просто берите эти знания, и мы ввели на время карантина скидки 50% на все наши видеоуроки и курсы, берите это, ловите, пользуйтесь, потому что, ну, сейчас что дома делать, надо живописью заниматься, как... Ну да, вот и занимаемся, учимся. Ирина порвалась. Вы поставьте камеру не напротив света, а против. Да, сейчас я попробую. Сейчас я просто ее пытаюсь очистить. Уже лучше видно. Да. Можно спросить, как погода в Одессе? Ну, у нас 6 градусов, солнечно. Но позавчера было плюс 18 уже. И на днях тоже планируется потепление. Тепленько. А у нас идет снег. Мы в этом году снег видели только по телевизору и на выездах в горы, когда на сноубордах катали. Сейчас я попробую, сейчас переверну. Ирина, видно, покажите работу свою, Ира. Сейчас, покажу. О, отлично. Так. Ага, девушка с собачкой, понятно. Так. Ирина, вы график, вы знаете? Да. Вы график, и надо за это держаться, то, что вы график. Это вот. По Владимиру, это мастер-классу? А, да. Мне очень понравился, вот я решила, только свою девочку я нарисовала. Давайте будем вам домашнее задание давать. Угу. Давайте. Давайте. Еще у меня вот такая вот работа есть. Скажите. Понятно.
Ну, это, наверное, у всех. Так. Вот такую я, ну, это уже сама, просто по быстрому мастер-классу тесту. Так, Ирина, давайте пишите домашнее задание для себя. Пишу. У вас есть дома какой-нибудь человек? Ну, дети, муж, там, мама. Есть? Все умерли. Никого дома нету. Подруги нет. Есть? Подруги? Есть, есть. Отлично. Зваем подруг в гости, раздеваем их до купальника и нижнего белья и делаем с них наброски. Освещаем лампой и делаем с них конструктивные наброски. Сейчас я вам покажу, что я попробовала. Сейчас я попробую. Пожалуйте. Кстати, девочки, это кто хочет разрисоваться, это всех касается. Давайте подруг, друзей, детей, мужей будем брать на карандаш. Давайте будем это все делать, потому что учителя учителями, но нам надо вынимать из вас ваше послушание руки. Пусть будут неправильные рисунки сначала, да? Но все-таки старайтесь с натуры живой делать наброски и рисунки. Это показано всем, как домашнее задание. Ну вот я пыталась пастелью нарисовать свою племянницу. Понятно. С фотографии? Да, конечно. Показывайте мне. То, что нарисовано с фотографии, это не, ерунда, не является, да? Произведением. А это поэта? Это Клод Моне. Да, по Клоду Моне. А, ну, хорошо, что сделали. Да. Хорошо, что попробовали сделать. Теперь, если вы хотите стать профессиональным художником, начните действовать профессионально. Срисовывать с фотографии не подходит. Uh-huh. Да? А давайте будем действовать с натуры. Напишите себе большими буквами где-то лозунг «Рисую только с натуры». Uh-huh. И вот пусть этот человек, который к вам пришел домой, пусть он двигается даже. Пробуйте его конструктивно рисовать. Иначе вы не познакомитесь с живой природной формой. То, что вы срисовываете с фотографии, это, ну, жвачка неправильности. Фотограф уже сделал свое дело. Вам надо стяжать информацию с живого человека или с живого натюрмортного фонда, или с живого, допустим, да? И вы, когда эту информацию берете на карандашик, вы делаетесь, как вам сказать, соучастником природного процесса. То есть вы говорите: «Природа, я согласна действовать по твоим законам». Угу. Вот. И пообещаю, что это будет ваше развлечение, когда вы будете делать наброски, наброски, наброски карандашные, потом ваша рука станет послушной, и вы сможете уже рисовать по воображению. Вот как Лариса Нестеренко, да, у нас по воображению рисует. Посмотрите, какую. Вот Лариса, да, посмотрите, какую она девушку нарисовала по воображению. Видите, как у нее тонкая линия идет. Но она до этого много училась и в художественном... в институте художественном, рисуя с натуры человека. Посмотрите, как она рисует растения, да? Она уже, ей не нужна натура. Она эту натуру изрисовала уже, а потом она вышла на воображаемый почерк. И вы все от большого количества рисунков с натуры потом выйдете на свой почерк. Вы понимаете? Сейчас еще вот, вот как она рисует. Смотрите, женский образ, профиль. Она имеет право уже его ломать от реалистической формы и уже превращать в свою форму. Но ты этой форме веришь, потому что там есть осознанность, послушание руки. И интуитивное такое состояние, да, когда
вы уже знаете настоящую натуру, вы можете экспериментировать, да? Что делать? Гротеск. Что еще, Вова? Когда интуитивно и по воображению. Ну, тогда можно будет человека в движении даже делать, уже представляться. Но начать надо с натуры. Уменьшать, увеличивать, растягивать. Это потом будет у вас. Но сначала пообещайте. Множественное рисование. Давайте, знаете, что сделать? Чемодан. Старый чемодан или коробку какую-то. Вы пока этот чемодан не наполните своими набросками с натуры, он не будет. У нас, Вова, есть два чемодана в подвале. У меня здесь, я могу их показать. Ну, покажи чемодан и сколько там набросков. Мы с Вовой не вышли на уровень стилизации человеческого образа. Вот сейчас будем выходить на этот уровень посредством триптиха, сейчас скажу, лестница в небо, соединение пейзажа, архитектуры и многофигурной композиции. Будем идти к этому. У нас свой путь тоже. Ирина, что за работа над зеркалом висит? А это просто гобелен куплен. Вот нам еще... хороший вкус. Я наши друзья, вот Давид с супругой, да? Ваша... А вот рядом... Да-да, ну это не я, просто сейчас Ирины нету, я на работе. Ага, ну... По его телефону. Просто нам надо знать, во сколько. Ну, мы рассылки делали, это пока в тестовом режиме. Просто, чтобы вы понимали, что можно подключить. Нет, ну, у нас все нормально, да? Отлично, мы рады, да. Что хорошо будет, Ирина, подключайтесь, будем рады. Да, хорошо. То есть можно уже подключаться, да? Да, конечно, да. Да, хорошо, все, спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Вопросы есть, девушки, ребята? Здравствуйте. У вас есть вопросы к нам? Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Вот знаете, хотела спросить. А вот... Можно? Хотела спросить, а вот пользуясь вашей техникой, это не будет считаться плагиатом? Смотрите, техника – это как азбука. Мы ж не... должны составлять предложения из букв А, Б, В, Г, Д, и мы должны уметь их правильно писать. Это не считается плагиатом. А плагиатом будет считаться, если вы будете наши задумки, да, с Вовой и композиционные решения своей фамилией. Поэтому вы попробуйте, как мы, сделать какой-то натюрморт, а потом возьмите и свой поставьте из своих предметов и действуйте по своим композиционным законам, но нашей техникой. Спасибо вам большое. Спасибо. Да. Спасибо. Мы поняли. Я покажу вам нашу мастерскую немножко. Угу. Да, хорошо. Ну, это на маленькую камеру, конечно... Плохо все там видно. Не сильно видно, но тем не менее. О, а я сейчас... А мы внимательно следим за вашим этим творчеством, поэтому мы почти что все это видим в интернете, а сейчас вот наяву. Ну, мы очень счастливы вас видеть живьем, девочки, ребята, потому что обратная связь говорит... о том, что мы недаром работаем, и все-таки есть люди, которых мы наполняем, и они наполняют нас, ну, вы наполняете нас нашей нужностью, как бы вот так. Но знаете, что нам очень хочется? Чтобы вы высказались индивидуально. Вот, пожалуйста. А для того, чтобы высказаться индивидуально, вот блокнотик, и прямо зарисовывайте сюда свой композиционный строй. Зарисовывайте сюда свои мысли, записывайте что-то, да, что вы хотите изобразить. И мы тогда увидим, что родился новый художник. Это далеко еще, наверное. Нет, недалеко. Это учиться. Особенно вот... У вас выставки есть в Москве?
выставка. В Москве нет, мы сейчас позабирали все работы из Москвы. А на Украине есть выставки в Киеве и в Одессе несколько выставок. Мы устали уже от выставок. Потому что живьем, конечно, хочется посмотреть. Ну, живьем, приезжайте. Вот к нам приезжают дамочки из Казахстана, легко и просто. Из Алматы два раза приехали в течение нескольких месяцев. О, молодцы. В течение лета можете через Минск легко к нам приехать или через Кишинев. Вот. И, конечно же, если у вас будут какие-то просьбы к нам, мы можем вместе с вами порисовать то, что вам хочется в ваших направлениях и вывести вас на уровень самостоятельно мыслящего художника. Это вот цель наша. Через 3 года выйти на самостоятельный уровень. Отлично! Но не теряйте маленьких ступенечек. Пообещайте. А как без, да как? Надо же сначала научиться хотя бы что-то. Конечно. Конечно. Из этого взять, вот, а потом... Немного у нас поучились, а потом раз, быстренько маленькую работку свою, не надо большие делать. В больших сможете, ну как, спотыкаться и испугаться этого. Делайте маленькие работки, да, как свои. Потом чуть-чуть побольше, немножко увеличивайте холсты со временем, вот. И, конечно, большое значение, девушки, хочу сказать, будет иметь ваш энергетический потенциал и ваше здоровье. Чего я вам желаю. Спасибо. Спасибо. Здоровья всем. А расскажите, пожалуйста, о планах на март-апрель. Ой, на апрель и... Смотрите, апрель, 3 картины, 80/50, «Лестница в небо». Значит, будет архитектура на фоне пейзажа и многофигурная композиция, триптих. Это одно действие, это мы с Володей ведем. Второе действие для эмоционального, маленькие работки белых цветов. Значит, будут ромашки. Наши легкие имеют белый цвет, поэтому мы сейчас все белое рисуем, чтобы угодить нашим легким, да? И очистить их, и сделать их сильными. Белые ромашки, потом нарцисс будет, маленькая работка, все маленькие работки будут. Нарцисс на фоне рисунка Микеланджело, мужской образ. И третье будет ландыши. Короче, вот эти три букета будут маленькие работки. Но как бы на май очень серьезное действие будет. Мы с Вовой сами очень не догоняем одно действие. Во что одевать многофигурную композицию, да, в какие одежды. У нас пазл отсутствует костюмерный. То есть, Вова, этот пазл, мы сейчас работаем над этим, и мы всегда, когда пишем многофигурную композицию, вот дай мне вот эту работу, Вова, вон она, мы страдаем от незнания исторического костюма. Прямо иди, да, вот эту, не-не-не, рядом, да. Поэтому я на май запрограммировала с Владимиром действие, если пойдете с нами, будете молодцы, будет называться «Одежда». Костюмы, во что мы одеваем наших людей. Вот, допустим, как называется храм Вова? Нотр-Дам-де-Пари, да? Как совпасть и одеть комедиантов, да, чтобы они работали в исторической составляющей с этим храмом Нотр-Дам-де-Пари? Как одеть этих комедиантов? В какие одежды? Какие аксессуары? Какие головные уборы? Вот этот пазл мы этому действию посвятим 7 уроков в мае. Не пропустите, это очень серьезное действие будет. Мы будем изучать одежду, и аксессуары, и головные уборы, и туфельки, и сапоги, и возможность их совпадения
с тем, что мы рисуем. Допустим, во что мы оденем юношу, который придет в библиотеку 18 века? Вот во что мы его оденем? Мы должны некоторые аксессуары дернуть из того пространства временного, да? Или во что мы оденем девочек двух, которые вышли кататься ночью на коньках в брейгелевское время, да? Во что мы их оденем? Мы должны посмотреть, Брейгель как действовал, какие одежды на них одевал, какие коньки, какие шапки. Одежда. Будет 7 занятий очень крутых. И нам с Вовой это очень нужно. Захотите, подключитесь и будете тогда, ну, в силе потом. А лето расписано все уже. Июнь. Грибовка. Июль. Грибовка. Да, июль. Мы на все лето уезжаем в мастерскую на песке. Смотрите. Июнь. Грибовка. Начинаем с маков больших, и вы под присмотром пишете работ. Да, там сколько-то, 7 работ. В середине июля мы с Вовой решили сделать то, чего мы никогда не делали. Это концовка июля будет. Вы, кто приедет к нам в мастерскую на песке, сделаете самостоятельные работы под присмотром. И будет выставка на песке, и будет там очень много новшеств, но это ваши работы будут. Вы подпишете своими фамилиями их. А мы вам не дадим ошибиться. Интересно. Да. Ну, вся информация будет приходить на почту и публиковаться в наших соцсетях. Мы постепенно это готовим. Делаем максимально подробное описание тех курсов, которые планируются. И маленькие вот такие вебинары тоже будем проводить, которые, ну, всех вдохновляют. Это цветы, небольшие натюрморты, какие-то пейзажики. Обязательно будем делать. Они, во-первых, более доступные, во-вторых, они не призывают к какому-то очень сложному обучению, как на курсах. Все-таки наши курсы, они направлены именно целенаправленно на обучение, да, чтобы вы получали те знания, которые больше нигде найти не получится. Видите, как у нас Елена с Владимиром фантазируют идеями, да, и одежды, и башни. Это все, конечно, очень стильно. Это в итоге получается очень современно, очень дорого. Много студентов пользуются по всему миру, пользуются этой техникой, пользуются и идеями также, и успешно продают свои картины. Ну, главный совет, конечно, идем к тому, чтобы писать свои работы. Поэтому мы в анонсе писали, да, чтобы работы были авторские, которые вы хотите на суд представить, да, нашим экспертам. Поэтому надо вырабатывать свой авторский стиль и к этому стремиться. А мы со своей стороны, как организаторы и как Aurum Online, постараемся максимально донести это до всех желающих. Вот в наше нелегкое время, но унывать никто, конечно, не собирается. У нас еще очень большие планы. Парень не подключился? Это супруг нашей студентки из Киева. Он просто все время на связи, он за нее все время общается. Она была у нас на мастер-классе пару месяцев назад, приезжала в Одессу. А вообще Одесса, я вам скажу, открыта для всех. К нам со всего мира прилетают студенты, надо просто смелее действовать. Сейчас очень есть доступные варианты перелетов, поэтому это все можно посмотреть в интернете, как добраться. Мы здесь с распростертыми объятиями принимаем всех. Особенно в летний период. В летний период вообще у нас тут такая мастерская на песке есть, которая может многие позавидовать. Можете немножко поподробнее рассказать, как там, где у вас можно остановиться, где там питание, проживание, так сказать, немножко бытовых? Это курорт Грибовка называется, он находится в 30 километров от Одессы, там чистое побережье, там дельфины, медузы, рыбы, крабы, вариантов проживания масса, от самых простых
курений деревянных еще советской постройки до гостиниц каменных четырехзвездочных, как угодно. Питание тоже от столовых, в которых очень качественно готовят, до ресторанов, то есть ну, вариантов масса. Мы для всех, кто приезжает, вот у нас вот, допустим, на июнь, дай бог, что все закончилось с этими карантинами к июню, и все могли нормально добраться. Вот у нас 10 человек запланировано на один заезд. Да, вот с 1 по 10 июня это основной заезд. Когда еще нет туристов, почему классное время? Еще не так жарко, туристов нет так много, нет вот этого потока людей большого. И ну, гостиницы посвободнее, на пляже пусто, много творческого времени есть. Мы стараемся для всех, кто приезжает, организовать максимально комфортные условия средние, то есть мы выбираем, у нас есть друзья, которые держат несколько баз разных, да, там вот есть база «Лаванда», есть база «Золотой колос», который нам ближе всего. «Золотой колос» находится прямо на пляже, тоже вариантов проживания там, ну, средняя стоимость $20 в сутки, это двухместный номер со всеми удобствами, это с кондиционером, с холодильником, с душем, с туалетом. Питание от... Сколько было в том году в столовой питание, напомни? Ну, там 200 гривен, там 8 долларов. Так это 200 гривен за что? За обед или за трехразовое? Это, по-моему, трехразовое у них было. Что-то в этом недорого. 200 долларов стоит трехразовое. Ну, базарчики можно самим подкупать. Базар, это... магазины. Там очень классное место. Гостиница. А по времени это недели две, да? У вас курс 10 дней. Вот первый 10. Заезд у нас с 1 по 10 число 10 дней. В 10 дней входит 8 мастер-классов. Да, один день идет день свободы, то есть это тот день, когда можно консультацию взять с Еленой, там пройти какой-то индивидуальный мастер-класс, пойти просто погулять по морю, сходить там, у нас есть там обрывы на маяк сходить, съездить в музей вина, там, ну, вариантов там развлечения много. Вот. Ну, программа есть. Я удивлен, что вы ее как бы не видели, потому что у нас в рассылках много информации было. Я сейчас скину. Мы уже 7 лет там действуем. Да, вы у нас по два заезда. Вот таких конкретных заездов у нас 2 в год. Это заезды, когда приезжают именно, когда люди именно записываются и приезжают. Все остальное время, когда Елена с Владимиром находятся там, или даже если когда в Одессе находятся, мы либо принимаем студентов, вот у кого-то получается приехать там 1 августа, там с 1 по 10, да, кто-то выбрал себе, например, отдых для своей семьи. То есть приезжают всей семьей, селятся. Допустим, кто-то принимает участие в мастер-классе, а кто-то там занимается с детьми или просто отдыхает. Спасибо. Вариантов много, да. Мы принимаем всех, как бы в зависимости от желаний. Но скомбинировать отдых, конечно, с творческими занятиями, это однозначно очень удобно. У нас все в восторге, кто был в Грибовке. Еще хотела сказать, выразить восторг, конечно, по поводу вашего творчества. Бесконечно можно смотреть от простого натюрморта до, конечно, до и композиции с фигурами, и архитектурной. Но это просто наслаждение. Рассматривать, разглядывать. Спасибо. Спасибо огромное. И не только разглядывать, но и слушать. Очень интересно слушать вас. Да, и слушайте, смотреть, ну, как это чудо рождается, конечно. Смотрите. А уж сами, когда напишем, так вообще хорошо. Трансплантация знаний идет. Вот, вот посмотрите, мы человечество, все, которое живем в это время. И вот ту информацию, которую нам с Володей дают и с Пашей, мы ее распространяем другим людям. Вы понимаете? Мы же все одно целое. А вы наши золотинки тоже. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо, здоровья вам и не заразиться. Да, это не было. Всем здоровья. Мы это не думаем. Да, главное, чтобы не было страхов. Не будет страхов, не будет болезней. Вот, поэтому настраиваемся на позитив. А, хорошо, а я сейчас, знаете, что попробую сделать? Мы будем потихоньку заканчивать. Ну, вот такие будем делать конференции, я думаю, там раз в неделю точно, да, будем собираться, общаться.
А я сейчас, вот здесь вот есть кнопка чат, вы можете посмотреть, если у кого какой интерфейс, я не знаю. Я попробую в чат вот вам скинуть по Грибовке информацию. Пока по июньской Грибовке, а вы уже посмотрите. Там просто очень подробное описание, там и видео есть, где это находится. Там очень много фотографий наших прошлых мероприятий. Вот здесь вот есть кнопка чат. Я вот в чат скидываю ссылку. У меня отображается. Попробуйте у себя посмотреть. Видно ли, виден ли у вас... Я приветствую, написал. У меня видно тоже. Вот, вот по ссылочке переходите, можете посмотреть и... Нет, только групповой чат и все. Вот-вот-вот в него, да. Ссылки не видно. А ссылки нет. А, файл какой-то, файл. Там, в сам чат, вот групповой чат Zoom, я написал всех, всех приветствую, а потом написал... Файл. Файл, но он не открывается. Нет, не файл. Ага, вот все на конференции. Ага. Вот, сейчас появилось. Да, 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 оно не в тот, тут еще есть какой-то зал ожидания, я еще не, тоже не понимаю, что это такое. Да, вот я написал, вот посмотрите по ссылке, да, там много интересной информации. В принципе, все, давайте будем прощаться, я думаю, что, ну, следите за рассылками, увидимся в ближайшее время, подключайтесь к нашим. Всем творческих успехов! Спасибо! Здоровья и здоровья. Всех благ. Очень приятно было увидеть. Спасибо. 1 апреля сегодня. Сегодня 1 апреля. Да. Хороший день. Такого смешного 1 апреля еще не было, да, как везде написали. Спасибо вам большое. Всем счастливо. Заканчиваю конференцию. До свидания. До свидания. До свидания.